Тот же эффект. Маклюков очень хорошо сыграл на борту. Надежно, строго. Удаление, судя по всему, будет в составе Барыса. Козун получает повреждение. Да, левым плечом. Опасное столкновение. И мы видим, что сразу арбитры встречу остановили. Это потеря для Магнитки. И, по-видимому, что-то с рукой у Козана. По-видимому, что-то серьезное, да.